в руках акустическая гитара Севилья с маркировкой DS-300TB. И ТБ, я так мельком подозреваю, что буква Б означает blue. И повествует эта буква о нелегкой судьбе этого инструмента, который в глубоком детстве был уронен в чан с синим красителем. Надо сказать, что благодаря этому инструмент смотрится довольно интригующе и в целом достаточно симпатично. Волокно дерева играет здесь довольно красиво, видна глубина. И в общем и целом, если вам хочется какой-то нестандартный инструмент, вполне себе удачный выбор. При том при всем, что эта гитара все еще относится к сегменту бюджетных инструментов. И тем не менее, для людей, которые придерживаются более традиционных взглядов, она также есть в более консервативном варианте раскраски, вот как здесь. Здесь что-то похожее на такой условный Sunburst. Инструмент приятно держать в руках, инструмент играется хорошо. Все, что нужно знать об этой гитаре.